Сотрудников Росгвардии с праздником поздравил главный федеральный инспектор по Тюменской области аппарата полномочного представителя президента в УФО Дмитрий Кузьменко. От имени полпреда президента в Уральском федеральном округе Владимира Якушева он вручил благодарственные письма офицерам Росгвардии. Дмитрий Кузьменко отметил, что сотрудники ведомства сегодня надежно обеспечивают безопасность граждан и круглые сутки стоят на защите Отечества, вносят большой вклад в патриотическое воспитание молодежи, которое невозможно без государства. Флаг Российской Федерации объединяет весь наш российский многонациональный народ, символизирует единство, наше единство, демонстрирует нашу мощь, напоминает нам о нашем славном прошлом, о победах наших воинов.